Жители Покровска отметили столетие Великой Октябрьской революции. К трем памятникам представители общественности возложили цветы. Первым на очереди стал памятник комсомольцам и бойцам гражданской войны 1922 года. От него торжественная колонна двинулась к стеле столетия Великой Октябрьской революции. И совсем недалеко расположился третий памятник Серго Орджоникидзе, революционеру, соратнику Владимира Ленина. В две советской власти Октябрьской революции мы получили высшее образование и работали в народном хозяйстве. Очень долгие годы, пока на пенсии не вышли. Так что для нас все, и комсомольская молодость, и партийные организации нас все время воспитывают.